Если девушка запишет тебя в друзья, другие варианты для тебя отпадают. Для нее ты становишься бесполым объектом. Ну, там как брат. Или как столб. Я не хочу быть столбом. Тогда не становись ей другом. Неотразимый сердцеед и успешный продюсер. Мой мальчик. Когда-то он был робким. Что с тобой? Прочти, пожалуйста. И безнадежно влюблен. Крис Брендер, будем вместе всегда. И однажды первая любовь напомнила о себе. Надо же, Крис Брендер. Джейми Паламино. Райан Рейнольдс, Эми Смарт. Слушай, Крис, почему ты здесь? Зачем ты достаешь меня? Я тебя достаю всего лишь 3 дня, а вот ты мучила меня еще с 6 класса школы. Просто друзья. В воскресенье в 21:00 на Первом городском.